Традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки будут работать на территории ипподрома, на площадке перед стадионом «Строитель», а также агропромышленного парка «Южный» с 8 до 15.00. Благодаря финансовой поддержке рейса Республики Татарстан Рустама Миниханова из республиканского бюджета на благоустройство двух ярмарочных площадок выделено более 41 миллиона рублей. В настоящее время начаты работы по благоустройству. Вот в эксплуатацию оборудованных ярмарочных площадок с наличием крытых павильонов, туалетов, контейнеров для мусора, парковки, рубочных, отдельного помещения для контрольно-надзорных органов и администрации позволит создать комфортные условия для приезжающих сельчан и жителей города. В местах проведения ярмарок контрольно-надзорными органами будут осуществляться мероприятия по обеспечению соблюдения охраны общественного порядка, требований действующего законодательства к качеству и безопасности реализуемой продукции, отслеживаться экзотическое благополучие районов с мест поставки продукции, что позволяет гарантировать ее безопасное употребление. Для полумиллионного города, для промышленного города важно, чтобы свежая, качественная местная продукция доходила до стола наших горожан, и ярмарки являются ответом на этот вопрос. Поэтому ярмарки будем проводить, необходимо создавать все условия для того, чтобы ярмарки также проходили на хорошем уровне. Также в этом году добавляется дополнительное место сезонной расширенной продажи продукции по адресу улицы Шамиля Усманова напротив дома 4117. Завершится работа 24 декабря тематической ярмаркой «Новогодний гусь». Лилия Гатина, Ленар Султанов, новости Набережные Челны.